мы занимаемся маршрутизацией в децентрализованных сетях. То есть, когда у вас мобильные устройства могут общаться друг с другом на значительных расстояниях без инфраструктуры сотовой связи. Мы сначала пытались на Андроиде сделать. Один сотовый телефон работал так, другой по-другому, да, и понадобилось переписывать. Затем мы решили реализовывать вот на универсальных решениях, поэтому мы приобрели вот такие приборы, с помощью которых мы делаем универсальный Андроид, как бы, да, то есть универсальный смартфон. Людей, у которых сотовые телефоны, очень много. У нас получается, что люди с сотовыми телефонами, с беспроводными устройствами, они покрывают территорию, да? И для того, чтобы связаться двум человеком с сотовыми телефонами, просто остальные телефоны у людей, которые находятся между абонентами, они начинают передавать эту информацию. Смартфоны все находятся на равных, то есть все устройства, в принципе, находятся на равных и могут общаться между собой. Но нужно понимать, что устройства, находящиеся более чем в 100 метрах, общаться между собой не будут просто из-за ограничения среды. То есть они не слышат друг друга по Wi-Fi, но они могут общаться между собой через посредников посередине, между ними. И вот с одинаковым количеством переприемов можно там пойти через Колю, через Петю и через Васю. И вот таких вот путей, их как правило, ведь люди же расположены достаточно кучно, путей может быть несколько. И вот наши методы позволяют вычислять все возможные пути. Начало сигнала он продает какому-то промежуточному узлу, тот еще к какому-то промежуточному узлу, тот еще дальше к промежуточному узлу, и до тех пор, пока не найдет конечного абонента. Но при этом в чем заключается основная трудность? В том, чтобы построить короткий маршрут, да, то есть, вот как бы сказать, по прямой. С ним нам удалось добиться 840 килобит в секунду, да, то есть такая небольшая, но в принципе для передачи видео этого достаточно будет, да. Вот, с нулевыми процентами потерь, это между двумя устройствами, да. Если мы ставим три устройства уже подряд, да, то есть передаем два устройства, они друг друга не слышат, и передают через третье устройство информацию. При такой конфигурации у нас получается значительно меньше. Мы сейчас ищем пути для устранения этого конфликта. Гонконгская революция, впервые прототипы таких вот сетей, когда отключало правительство сотовую связь, такие сети были впервые использованы. В Гонконге говорят, что до 40 минут доходило передача, но даже если несколько минут, это уже полностью теряется оперативность. Мы пока вот несколько десятков секунд, вот если мы сейчас сможем развернуть сеть, то это где-то будет несколько секунд между кампусами будет связь осуществляться. На небольших расстояниях, вот в пределах одного кампуса, то это, конечно, меньше секунды, доля секунды. Мы только в самом начале пути, у нас есть только первые тесты.